Уважаемые наши доктора, от имени некоммерческой организации «Равное право на жизнь» и Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» поздравляем вас с профессиональным праздником. Каждый из вас, начиная от санитарок и заканчивая министром, делают свою работу. Напряженные дни, бессонные ночи, полные стресса, требующие полной мобилизации всех сил и награды за это – спасенной жизни. Мы желаем вам здоровья, счастья и благополучия, а также выражаем искреннюю благодарность за ваш нелегкий труд. Этот стих написала спасенная вами пациентка. Спасибо вам, дорогие! Повторяем 100 000 раз. За ваш труд, за заботу, за жизнь нашу. Нас бы не было просто без вас. Пусть здоровье, что вы даруете, позаботится и о врачах. Тяжкий труд, но какой благодарный, поселился на ваших плечах. Мы вас любим и ценим, и верим. Мы врачей наших благодарим. Мы врачам свою жизнь доверим. И спасибо им говорим.